Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Роуз, вы на канале Very Hard Game Mode. Напоминаю, фишка этого канала в том, что здесь все игры мы проходим на самом высоком уровне сложности, то есть на хардкоре. И у нас Battlefield 1, прохождение кампании на хардкоре. Чё, загрузим наш сейв? Кампания, продолжим. На танке я прошел первый, сквозь грязь и кровь я прошел. Теперь у нас друзья из высших кругов. До того, как я прибыл в Европу, сложно, я тоже никогда не видел аэропланы живьем. Они кружились, делали пируэты в небе, словно стаи резвящихся птиц. Пилотов окружал орел романтики. Они были авантюристами небес. Но в реальности многие эти отважные люди кончали свою жизнь на земле среди дымящихся обломков. Так и есть, о чем я хотел. Блин, это на самолетах, походу. Ну ладно, погнали. Горы Вогезы, Франция, весна 1917 год. Союзники проигрывают войну в воздухе. Немецкие ВВС завоевали превосходство на Западном фронте благодаря превосходным аэропланам и выдающимся летчикам асам, на счету каждого из которых немало побед. Британский королевский летный корпус пытается противостоять ему. Многих пилотов, присылаемых на замену, блин, не успел. В небо над раздираемой войной Франции вылетают новые аэропланы. Не все инновации в их постройке дают нужный эффект. Жизнь пилота часто зависит от необкатанных технологий. Те, кто остается жив, либо умеет быстро приспосабливаться, либо просто счастливчики. Ну, заценим, что тут на самолетах-то как вообще. Я не играл в Battlefield 1, ну, я вот прошел первую кампанию на танке. Сейчас будут самолеты. Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл! Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джордж Рекхэм! Я Джордж, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джордж Рекхэм! Конечно, я Рекхэм, как раз к вам! Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм? Сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Эх, красиво-то как. Полностью соответствовал слухам. Летать на нем было одно удовольствие. Стоял отличный солнечный день, и все было бы идеально, будь я один. Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, ну-ка, видишь, мертвую петлю аэроплан можно сделать? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение. Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет. Следуй по заданному маршруту. Ну что, тебе решать, похоже. Так, ну управление вроде несложное.
чувствуем штурвал! Будь у него на хвосте! Блин, ну на мышке не очень удобно управлять, на самом деле. Блядь. Да, это было профессионально. Эй, сзади! Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение! Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет! Следуй по заданному маршруту! Ну что, тебе решать, похоже! Теперь почувствуем штурвал! Блять, неудобно-то как! Очень неудобно, я не люблю самолеты. Ближе давай! Так, держи дистанцию! Легче легкого! Посмотрим, как она в перестрелке. Пулеметы на предохранители, а то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь понимать меня? Так мило! А, преследуя аэроплан союзник. Блять, как же неудобно управлять-то, а? Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Все, я понял примерно. Блин, ненавижу самолеты. Секунду, дорогие друзья, прям. Очень неудобно. Тягу на полную! Не отставай! Ну ничего, я думаю, я привык. Блядь. Блядь.
Да, там чел-то по скиллове меня управляет. Бля. Блять, да что ж такое-то? Кто это в сратое управление? Как она в перестрелке? Пулеметы на предохранителе, а то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь понимать меня? Так мило. Ну все, я более-менее научился. Да, блядь, научился. Бристоль управляется, как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Как-то ангаж надо уменьшить. Да блядь! Давай! За ним! Конечно, неудобно-то, а. Блин. Чуть не разбился, сука. Надо от него не отставать! А, ёпта, управлять-то на мышку. Да я все забываю, всратое управление, максимально всратое. Я это и делаю, мужик, не ори нахуй. Не дай ему уйти! Посмотрим, что он еще может. Главное, не отставай! Блин.
Тягу на полную! Не отставай! Блять, ну долго еще. Да, там чел-то ас какой-то управляет этой хернёй. И не то, что я... Ну, вроде привыкаешь, кстати, потихонечку. Потихонечку привыкаешь. Туториал хороший, в общем. Чувствовать самолет, учишься просто. Я уже более-менее так надрочился. А, мне надо очень близко с ним быть, я понял. А я думаю, че как долбоёб летают. Полгода, нахуй. Прошу прощения за мат, постараюсь материться намного меньше. Да его хуй догонишь, блин. Блять, какое же неудобное управление.
чё, привыкнуть просто надо. Видишь цели на земле? Да, вижу. Старайся обстреливать ракетами. Учись поражать наземные цели. Блядь. Да, управлять-то уметь надо. Блин. Да ёбаный в рот. Учись поражать наземные цели! Попал! Блять. Вы не представляете, насколько это сложно. Видишь цели на земле? Да, вижу. Старайся обстреливать ракетами. Учись поражать наземные цели. Так, одна готова. Так. Блять, вот на консолях, вот это тот момент, когда завидуешь консольщикам. Там легче намного сто пудов управлять. Хотя... Так, это последнее. Слушай, а можно вопрос? Конечно. Почему Джордж Рекхем, сын четвертого графа Виндзорского, говорит как американец? Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать. Эх, блядь. Держись! Блять, да как в это играть-то? Берегись обломков! Быстрей! Не лети по прямой! Они сзади зайти пытаются!
Блять, нихуя ж не видать. Еще один готов. Еще вроде один. Похоже, всего один остался. Все. Проклятие! Не нравится мне это! Ты не говори! Откуда он взялся? Это мотор был? На полной скорости отвалиться что-то могло! Почини, что можешь спереди! Сейчас пойдет потеха. Где? Двигаемся. И еще один. Есть, дабл. Да, фашистам. Красиво-то как. Прыгни!
фартовые. Надо срочно доставить фотографии на базу. Хорошо. Вот так мы случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта. А фотографии Уилсона должны были помочь штабу начать полномасштабную атаку. Оставалась лишь одна проблема. Я даже не знаю. Да брось! Мы большое дело сделали, нам за это медали дадут. Нас и быть там не должно было. Когда командир увидит фотографии, он об этом и не вспомнит. Мы большое дело сделали. И еще раз сможем. Давай договоримся. Если пойдем на это вместе, ты должен мне пообещать, что вытащишь меня оттуда живым. Конечно. Поклянись. Дай мне слово. Хорошо, обещаю. Стой тут. И давай без глупостей. Заходите. Мне этот парень нравился, но уж очень он был наивным. Сэр, это должно вас заинтересовать. Святые угодники. Да ваш напарник пилот каких мало. Очень скоро мы опять были в воздухе. Нашей задачей было расчистить путь бомбардировщикам, чтобы они могли разнести эту крепость на куски. Сначала надо было сбить аэростаты заграждения. Господи, ты представь, дозорным на аэростате быть. Не повезло Фрицу. Потом нам надо было расправиться с зенитными броневиками. Когда мы прибыли туда, штурм уже шел полным ходом. Нам надо было расправиться с обороной, а затем сопроводить бомбардировщики к цели, когда они прибудут. Задача трудная, но победа в этой операции, как говорили, могла изменить ход всей проклятой войны. Не стоит и говорить, что Уилсон был не очень рад. Сбивай аэростаты! Расчищай путь бомбардировщикам! Это легко! Прикрой меня! Фейерверк! Спокойно, не увлекайся! Эх, блядь! На всего изрешетили, нахуй. Не трать время! Сбивай аэростаты! Как не тратить-то, ёб? У меня сейчас... Там артиллерия, зенит, точнее, ПЗРК. А. Бей по броневикам! Один сзади заходит! Сделай что-нибудь! Защитный чел.
Да, чую, я тут надолго встряну. Потому что управление вообще На позиции зенитное орудие! Вижу их! Давай скорее выведем их из строя! Да я не могу так управлять мышкой, как они. Бей по броневикам! Враг на хвосте! Встряхни его! Блять, так. Трэш какой-то. Выходят на позиции зенитные орудия. Вижу их. Давай скорее выведем их из строя. Ненавижу сраные самолеты. Давай скорее выведем их из строя. На хвосте немецкий аэроплан. Он готов. Так, тихо. Там зенитки стреляют. Потому что там зенитки просто жесть. Задай броневикам жару. Блять, сколько прицепов-то. Я думал, он сейчас в меня врежется. Ну же! Надо что-то делать с зенитными орудиями! Ха-ха!
Так, все, чекпоинт есть. Конечно, как калич полный прокажу. Но надо пройти. Это хардкор, кстати. Следуй за строем бомбардировщиков. Не подпускай к ним истребители. Да запросто, Уилсон. Приготовься изумиться. Мы потеряли бомбардировщик. Они должны долететь до крепости. Эх, блядь. Все пропало. Я знаю, я знаю. Проклятие! Блять, это что-то вообще сложно как-то. Не подпускай к ним истребители. Да запросто, Уилсон. Приготовься изумиться. Мы потеряли бомбардировщик. Они должны долететь до крепости, иначе все пропало. Я знаю, я знаю. Потрепали. Я обещал, что в целом меня доставишь. Подбиты, мы подбиты. Все нормально, держи. Как манс. Уйди ты, да уйди ты. Следующая волна бомбардировщиков. Ну, будем их сопровождать.
ёбало. А он хорош, да? Не высовывайся! Он налетел! Он мы сброшены! Отлично! Так, ещё Децл. Это ещё не всё. Внизу зенитные орудия! Йоу. Эти броневики разгонят наши бомбардировщики! Давай быстрее, сука, да что ж такое-то, а? Я тут зачем жопу рвал полчаса? Как вот, блядь, от них уворачиваться-то? Это просто пиздец какой-то, я не понимаю. Кажется, что тут как-то дохуя истребителей. Мы еще целы. Попался, Фриц! Так, ну хотя бы прогресс сохраняется не заново каждый раз. Зенитки все еще там. Когда сможешь, выходи из группы, будем их атаковать. Нахуй.
Их что там, по КД, что ли, завозят? Или что? Вот все уничтожил. Бля, он ёбнутый, что ли, или чё? Я понять не могу. Охуительно. Но им проще летать. У меня так мышь не работает, бля. Я не могу, как ёбнутый. Бля, я опять все сначала. Внизу зенитные орудия. Эти броневики разгонят наши бомбардировщики. Подожди, не мороси, проклятие! Да, здорово как! Видности знатно досталось. Она почти вся разрушена. Разберись с истребителями, пока не пришла новая волна. Подожди. Еще не сбил, ой. Сука, я не могу так в натуре, у меня мышка просто не может так управляться. Мышки, точнее, невозможно так управлять. Если я скорость ее поставлю, перемещение, то я навестись тогда не смогу. Это палка от двух конца. В чем проблема-то, блядь?
Friendly Fire, интересно, включен. Блять, да сколько я их не сбивал бы, да, все равно. Мне кажется, что здесь как-то много самолетов вражеских. Да, здорово как! Крепость Лесатна досталась. Она почти вся разрушена. Разберись с истребителями, пока не пришла новая волна. Фрицы все шлют и шлют истребители. Блять, я не знаю, я сейчас, наверное, мышь разобью, потому что, ну, это невозможно, реально. Я не знаю, как управлять им адекватно. Ёбаный самолет, кто это вообще придумал? Ну, попробуем вот так, что ли. Внизу зенитные орудия! Эти броневики разгонят наши бомбардировщики! Один есть! Они должны долететь до крепости, иначе все пропало!
наши бомбардировщики! Фрицы взяли нас на мушку! Держись! И давай без травм! Тут походу похуй, уворачиваюсь я или нет. Как я понял. Нас потрепали! Блять, вот уёбище. Где, блядь? А он хорош, да? Два хотя бы есть. Да что ты, не убили, господи боже. Птичке пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, в полумиле от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. Thank you.
Слава богу, этот ад на истребителях закончен. Так, дорогие друзья, я покурить, стрим на паузе.
Итак, продолжаем. Благо, теперь надо... Теперь партизанские миссии. Was für ein Haufen Scheiße. Das habe ich nicht verdient. Jeden. Seltsam. Так, аккуратненько. По стелсе пройдем. На картах. Какая лопата, какое универсальное оружие, лопата. Должен сказать, мне много раз приходилось уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Уйдя от немцев, я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к британскому фронту. Тихо, как уличный кот. Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия и еще половина Берлина, не меньше. Так, где еще фрицы? Einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen sollen. Dann hätten wir uns das alles hier gespart. Schon erreichter. Мне повезло. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Так, может, сейчас глушаком дадут? Во. С глушаком как раз пистолет. Лучше топорик. Я думаю, чем пистолет с глушителем. Ой, чем лопата. Да, меня завалили.
Так, а где топорик? Во. Так, тут обойдем, попробуем. Потихонечку. Успел. Блядь. Так, тихо-тихо на картах. Во, автомат хотя бы есть. Патроны. Так, я чё, поссать отошёл? Как из укрытия высунуться? Das ist dermaßen langweilig. Потихонечку.
Блин, чуть не спалился. Так, иди сюда. Блядь. Так, тут еще кто-то есть. А, вон. Смысл-то вообще от такого пистолета с глушителем я понять не могу. Так, тут у нас что за ништяки? У нас тут нихера нету, понятно. Так, найти бы... Найти бы снайперку какую-нибудь. Блин, прикольно, прикольно. В окопах было полно солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Так, ну давай, давай, давай. Там еще один. Блять, спалили. Сирену включили еще, печально. Со всех сторон лезут суки фашистские. Deckung weiter vor!
тут еще вроде был. Не, гляди-ка, нету. Во, граната. Во, растяжка. Так, по окопам пойдем. Что-то мне по фронту идти совсем не хочется. Так, секунды, во, все хорошо. Так, шум услышали. Такое хрень какая-то там. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков. Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Да, жестко выжженная земля. Ужасы войны отлично. Мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно. Я не могу подняться. Черт. Эй. Прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал. Слово, черт возьми. Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза! Ну что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Да не убьет он его по-любому. Ты ведь не Джордж Рэхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а?
Думаешь, я совсем простак? Ладно, давай отсюда убираться. Жестко. Парень терял много крови. Это все ты виноват. Чтоб тебя. Голоса. Это фрицы. Диверсанты. Немцы известны тем, что не любят сдаваться. Они делали все, что могли, чтобы поймать нас. Не попадайся на свет. Пулеметчики натасканы. Палят во все подряд. Фронт-то охраняют прям по-божески. Уилсон сказал, что я бесполезный лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. Это меня просто невообразимо бесит. Его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Именно так, Блэкберн. Собрался на ферму? Я хочу выступить в твою защиту. На трибунале. Может, будет толк. Вряд ли, но... Спасибо. Уилсон со мной, мне нужен стрелок. Сюда, я все сделаю. Рекхэм, я хочу помочь. Ты не заслужил право летать. Уилсон, если я умру, то умру в небе. Ну давай, за дело. Точно не хочешь передохнуть? Абсолютно! Ты мне еще летать должен! Так, я разберусь. Ты поможешь? Еще как помогу, черт возьми! Истребители на подходе, я прикрою с поста! Так, летать сейчас будем. Но я более-менее приучился. Научился, точнее. Аэростаты.
О, все, вижу. Блин, да чёрт. Да. Ну ничего, бывает. Наша цель — бомбардировщики. Сосредоточься на них. Я дам полную тягу и резко вниз, чтобы нас стрелки не достали. Бежит! Крутой вираж! Крутой вираж! Блять, в аэростат врезался! Да что ж такое-то, а? Ебать, что-то много бомбардировщиков там. На подходе истребители! Держи скорость! Атакуй бомбардировщики на заходе! Так, вперед, там крупнее будет прицелиться! Так, У нас на хвосте! Угоняйся! Да, понятно. Ракеты никак не помогают против них. Держи скорость, пользуйся высотой! Где, сука? Ой. Блин, а самолет классный на самом деле. Только надо научиться управлять ими. Попали!
куда он делся-то? Истребитель надо снять, а то что-то много. Эх, еще волна. Красиво-то как. Минус один бомбардировщик. Минус последний бомбардировщик. Ого, у нас проблемы. О нет, давай только без выдумок. Ты же говорил, что хочешь медаль, да? Чертов дирижабль скоро будет над Лондоном! Одна из многих тяпанов стрела! Эх, блядь! А, прошу прощения, ты уже заорал. Да что такое, блин? Этот чертов дирижабль скоро будет над Лондоном! Одна из многих... Боже мой! Осторожно, эх, у меня ебались. Давай, ремонтируй быстрее. Блин. Ай, опять я сейчас тут жопу рвать полчаса буду, походу.
Блин, да они чё как ошалевшие летают. Блять, да ну. Блять, да откуда в меня все стреляют, я понять не могу. Бля, и вот так каждый раз, я не понимаю, как от них уходить, искренне. Когда против тебя толпа, блядь, самолетов, ну это жесть. Этот чертов дирижабль скоро будет над Лондоном. Одна из многих целей. Держись. Враг сзади. Крутой вираж. Крутой вираж. Заходим, парни. Ого, близко как. Я вижу, чел. Боже мой! Все, я понял, в чем проблема была. Зенитка была. Прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Ты как? Нормально. Надо подбить зенитку. Давай! Я прикрываю! Ни
Нифига себе. Так, так секунду прям. Продолжаем. Вниз, не смотри, хорошо? Хорошо. Надо подбить зенитку. Безумие. Да, жесть. Такие пушки наших парней в лоскуты рвут. Мне плохо видно. Прямо по курсу. Осторожно. Они по нам отовсюду бьют. Главное, не отставай. Я его вижу. Вот он. Найди путь наверх. Я пойду к зенитному орудию. Понял, сделаю. Так, оружия нет у него. Блин, четко. Так, гранат. А, ну да. Гениально кидать гранату на дирижабле. Самолеты надо вражеские сбивать, а оказывается дирижабль. Да, зенитка-то мощная. Бабла, конечно, красивая очень игра. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища.
Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Во, четко. Прошли еще одну главу. Ну, на этом стрим по батле закончен. Че, батлу прошли? Ой, не батлу, а вторую главу прошли на хардкоре. Про самолеты. Ладно, всем спасибо, кто это смотрел. Следующий стрим будет позже. С вами был Роуз, вы были на канале Very Hard Game Mod. До новых встреч, дорогие друзья. Только Роуз, только хардкор.